На 10 культурных памятниках Братска установят таблички с QR-кодами. Это своего рода штрих, позволяющий владельцам современных смартфонов и планшетных компьютеров моментально узнать ту или иную информацию. В данном случае о различных памятниках. Сегодня открылось голосование «QR Братск. Город культурный», в ходе которого братчане до 1 июня могут выбрать пятерку городских исторических ценностей. В анкете указаны объекты, как уже являющиеся культурным наследием Братска, храмы, музеи, библиотеки, так и современные архитектурные формы. Проголосовать братчане могут во всех библиотеках города. Сегодня мы открываем голосование по выбору этих достопримечательностей. Сразу хочу сказать, что предложенный список носит нерекомендательный список, характер. Это наша попытка показать все разнообразие форм культурных объектов. Потому что здесь представлены будут и памятники уже исторические, и совершенно новые современные формы, такие как, допустим, сквер замков или наша лавочка, которая около ЗАГСа. Торжественная установка QR-кодов планируется в сентябре. К тому времени будут выбраны памятники и подготовлены таблички.